сейчас как раз наступает самый долгожданный момент. So, ladies and gentlemen, now the time X came. And we'll know the main winner, the real queen of today's contest. Итак, дорогие друзья, уважаемые девушки, спасибо огромное всем вам за то, что сегодня вы принимали участие. Еще раз хотелось бы, чтобы этот вечер остался у вас в памяти на долгие-долгие годы. Итак, победительницей конкурса «Мисс Азиада 2011» становится Кумис Базарбаева! Ваши аплодисменты! Приз вручает Нурлан Абдуллин. Ну и, конечно, Альбина Насырова, «Мисс Казахстан 2007 года». Ну что ж, вот она, королева красоты «Белой Азиады 2011 года». Получать награду от настоящего главного джентльмена страны, от Нурлана Абдуллина. Корона «Мисс Азиада» — это эксклюзивное украшение от известного модельера Айгуль Касымовой. Спасибо огромное. Кумис Базарбаева, ваши бурные аплодисменты. Нурлан, спасибо большое. Нурлан, спасибо большое. Мы понимаем вашу любовь к женской красоте, но тем не менее. So, dear ladies and gentlemen, today's our contest is coming to the end. But it's not the end of the holiday, because we'll have a great after party. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз дружно поаплодируем всем самым красивым девушкам страны, которые являются олицетворением этой Азиады. Давайте поаплодируем. Девушке можно подойти и поздравить. Эти аплодисменты, конечно же, для вас. Гран-при обладательницы почетного титула «Мисс Азиада». Это подарок от официального спонсора конкурса представительства компании «Шопа» в Казахстане. Часы «Happy Sport». Кварцевый корпус, 5 плавающих бриллиантов и мешок из натуральной кожи. Итак, Кумис Базарбаева, победительница конкурса «Мисс Азиада». Бурные аплодисменты всем участницам. Прически для конкурсанток предоставлены имидж лаборатории «Персона Лаб».